Всем привет, ребята! Смотрите, у меня есть динозавры. Сейчас мы их зарядим на солнце и потом посмотрим дома, как они будут светиться. Давайте их заряжем. Я их уже на рынке хорошо зарядил. Я вышел на улицу, чтобы их зарядить. Вот. И мы сейчас пойдем домой и посмотрим, как они светятся. Я сегодня с друзьями поменялся заврами. Я могу видео заснять 3 минуты. И смотрите, еще вот такой вот есть у меня. Я сегодня, вчера, помните, я вам снимал про завров, только у меня не было вот такого. Я вам говорю, то, что я такого хочу, но ура, я сегодня поменялся. Вот, теперь у меня 3 завра, 2 светящих и 1 несвечащий. Я завтра еще кому-нибудь подарю, поменяюсь с кем-нибудь. Мы сейчас идем домой и посмотрим, как они будут светиться, вот эти вот. Сейчас их хорошо заряжем там на солнце, а я поставлю на паузу. Итак, ребята, мы можем посмотреть в подъезде, как они светятся. В подъезде будет темно, и мы посмотрим, как они будут в подъезде светиться. У меня уже 1 минута прошла. Вот он, мой подъезд. Смотрите, ребят, какой у нас домофон. У нас тут, смотрите, управляй с помощью приложения «Умный дом.ру». Это значит, смотрите, тут даже камера есть. Можно увидеть, как, кто заходит, вот, и на телефоне можно скачать. Итак, ребята, пока что я не смог подъезде, но я в лифте. Они чуть-чуть светились. Вот, смотрите, как немножко светится. Но мы дома посмотрим и еще хорошо заряжем. Все, ребят, сейчас посмотрим, как они светятся. Итак, ребята, я не один дома, я с бабушкой и мамой. Сейчас посмотрим, как они светятся. Что-то вообще не светится. Эй. Но вообще-то что-то совсем. Сейчас пойдем опять их заряжем. Все, заряжаем. Ё-мо, ну как его зарядить? Как их зарядить? Я же их на улице зарядил, вы же видели, помните? Как мне вообще? Ну, давайте постараемся еще раз. Давайте зарядим, что ли. Так, ребята, заряжаем уже. Так, ребята, я 1 минуту постоял там. О, вы только посмотрите, как они светятся. Ничего себе. Вау, ребята. Если хотите вторую часть, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Смотрите, это Рекс. А вот это летающий вообще не светится. Я их хорошо зарядил. Ребята, с вами был я, Фарид. Я за школы пришел. Вот, ребята, они вообще перестали теперь светиться. С вами был я, Фарид. Хочу с вами нормально сейчас попрощаться. Итак, ребята, хочу с вами попрощаться. Всем пока-пока. С вами был я, Фарид. И вот такие вот завры. А еще вот такие вот есть летающие. Смотрите, завры. Вот, а где еще один? Ну, потом. Все. С вами был я, Фарид. Всем пока. Вот они даже лепаются. Я вам забыл сказать, да. Сейчас сделаю. Вот так, ребята, они прицепляются. Ну все, давайте, я болею. Мне мама сейчас даст рекламу. Все. Всем пока-пока. С вами был я, Фарид. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, заходите вторую часть и напишите в комментариях. С вами был я, Фарид.